Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про візуальні зміни у Дніпрі завдяки дизайн-коду. В нашій студії головний художник Дніпра Сергій Білий. Сергій Білий – головний художник Дніпра, дизайнер. Закінчив фізико-технологічний факультет ДНУ імені Олеся Гончара. З 2018 року впроваджує дизайн-код у Дніпрі. Співавтор проєкту. Улюблена страва – кава зранку, чай ввечері. Сергію, вітаю вас в нашій студії. Добрий. Тож, по-перше, ви дніпрянин. Да. Корінний. Народилися тут, жили тут, нікуди не виїжджали. Ну, путешествовать максимум, да, но не переїжджав, нигде не жив довго, кроме Дніпра. Яке найулюбленіше місто в світі? В світі? Ну, Дніпр. Ну, це скоріше вопреки, чим, за що. Звісно ж, це рідний город, тут сумнівів нет. Напевно, от коли стали головним художником Дніпра, все ж таки почали мріяти. Мріяти про те, щоб Дніпро стало схоже або по-своєму гарніше, напевно, ніж якесь місто. Можливо, з якимось містом в світі порівнювали. Да, можна зі всіми порівнювати. До багатьох потрібно стремитися. Мені подобається Вена, той же Амстердам. Ну, багато речей такі от урбаністичні, які стоїть перейняти. И как можно быстрее перенять. И, ну, в общем, да. Поэтому. Сергію, ви у 2017 році стали головним художником. Чи у 2018-му? Так би мовити, там відбувався якийсь конкурс, так? І... Да, наверное, начал как бы в 17-му, но официально с 18-го, потому что это было в феврале. Ну, так. До цього близько 15 років взагалі такої посади не існувало в нашому місті. Вона десь була на бумажках, ну так, да, такого чоловіка не було. Где-то, ну не знаю, 15 років я не вважав, ну так, да, не було. До мене... Як взагалі, от, чому все ж таки вирішили у 2017-му розробити конкурс і все ж таки обрати головного художника? Вот. Истинных причин, ну, я понимаю, почему это произошло, но это было без меня, и это тогда появилось несколько такое, ну, словосочетание дизайн-код и понимание у мэра о том, что нужно привести в порядок рекламу на фасадах и так далее, то есть что-то было не то, но никто не понимал, как это сделать, и когда... Видимо, он задавал вопросы, то все сошлось к тому, к какому-то, какой-то должности главного художника, который будет следить за дизайном города. Художник – это больше не тот, кто рисует, а больше такой, как художественный руководитель, арт-директор города. Вот такие вот. Поэтому и возник вопрос, кто? Его долго там, долго обдумывали. И в какой-то момент предложили. Я никогда не пытался быть чиновником и не хотелось особо. Это такая чужеродная немножко для меня вещь, но когда предложили, ну, первой мыслью было, конечно же, нет, это не мое и все, но я понимал, что это шанс изменить город, и я себе потом бы этого не простил, поэтому вот такой момент. Ах! И полетели. Скажите, вы, напевно, працюете ж не один, у вас есть команда. Який колектив у головного художника Дніпра? А вот тут интересно, смотрите, как сотрудник мэрии, я один. Ну, нет, есть еще мой коллега, но не так уж долго мы с ним, но, грубо говоря, один. А вот команда, которая разрабатывала дизайн-код, это люди, которым, ну, тоже также не безразличен город, и они присоединились на разных этапах, но с одной целью. У них есть собственные там занятия, работа, но они сочетают эти вещи и, то есть, грубо говоря, вносят свой вклад
в свободное и не в свободное время свое. Поэтому это такая команда «Дніпродизайн». Это без них без них бы не справилась. Команда, я розумію. Але ж от саме у вас немає такого департаменту. Нет, нет. Художнього. Я, грубо говоря, зам главного архитектора, главный художник, и это позволяет, конечно, иметь некое влияние, но нет, да и в этом нет необходимости. Это больше идейная работа, чем... В чем полягает тогда ваша работа? Ну, в должности, в должностной инструкции указано, что это согласование рекламы, в принципе, в городе. Ну, а я уже пытаюсь сюда все, что можно, вмешаться в то, что я вижу, что можно улучшить. То есть как-то не могу... Там, смириться с какими-то не очень правильными и визуальными вещами в том числе, но инфраструктурными, и пытаюсь их улучшить где-то советами, где-то эскизами, где-то вот как с дизайн-кодом, вот таким регуляторным актом, который сейчас позволяет что-то менять. Ми коли з вами спілкувалися перед ефіром, ви сказали, що не можете пройти повз поганого міського дизайну. То, можливо, розкажете якісь приклади, що вдалося, так би мовити, покращити, змінити, коли ви проходили повз, побачили і не залишились байдужим, і приклали свої зусилля, і щось таке змінилося? Да. Ну, якісь речі і до сих пор там... Це боль. Мені все кажеться, що все медленно відбувається, щоб все взяти і... взять и поменять, но на практике этого практически невозможно быстро сделать, и поэтому такая системная работа, ну, не нравилось много, не нравились там и оформление транспорта, и та же реклама, которая была, и вот это все, ну, это не быстро, это годами получается, потому что это все должно быть, то есть исправить одну вывеску совсем несложно, какую там ткнул пальцем и давай там. Но надо настроить эту систему, чтобы оно все так работало без всяких пинков и ну, и влияний политических, чтобы оно все работало, это сложно. Но это именно то, что должно приносить, ну, то, что менять город и приносить плоды. Да, приносить результаты. Да, да, да. Потому что, ну уж так, такой путь. Вы как спілкуетесь с мэром міста? С Борисом Філатовим. Хорошо, но редко. Тобто ви постійно комунікуєте? Ні? Редко. Нет. На етапі, напевно, формування саме дизайн-коду, так? Да, на етапі формування, на етапі там справимся з цим. Да, знаєш як? Знаю, поїхали. Да, какие-то вещи там розказав о том, що нужно, щоб було все справедливо. Да, без сомнений. Все, ну и поддержка есть. Да большего не надо. Тут, собственно, зеленый свет дан, а там уже... Тобто доверяет голова и я надеюсь, так? я надеюсь, он не жалеет о том, что сейчас какие изменения происходят. Но мне кажется, да. Ну, а за каждым советом бегать нет смысла. Нужно самому понимать, что делать и рассказывать как. А его поддержка... необхідно. Ви один з співавторів і ідеологів дизайн-коду, так? Ну так, да, да. Ну, грубо говоря, я так, не дождався. Так, розкажіть, як взагалі от саме прийшла ідея створення дизайн-коду в нашому місті? В яких містах вже було, напевно, в Україні або за кордоном? І ви дивились да. туди і от саме тут створювали? Це доволі цікаво. Ну, буду чесним, такі мислі... Виталий очень давно, но идея и толчок, почему именно нужно все делать, это все-таки пришла в голову мэрии города. То есть это мэр, и он понимал, что это нужно менять. И, ну, вот я говорил о том, что это его была инициатива. Как это сделать, не понимал тогда никто, и даже, честно говоря, я не буду скрывать. Но это нужно было сделать, и мы вот собралась в тот момент команда, и мы начали разрабатывать, начали исследовать... опыт других городов, что-то можно было взять, что-то нет, но по итогу у нас получился совершенно уникальный дизайн-код, это некие правила. В других городах это тоже работает, немножко по-другому, и чаще всего встречаются это правила как рекомендационные, да, зависящие от там, художника города, если они есть в городах,
У нас же это как регуляторный акт, и это не рекомендуемые вещи, это обязательно к исполнению. Поэтому как закон у нас дизайн-код. Да, поэтому оно и сработало, потому что иначе никто не будет. Просить людей сделать город лучше, если понимают, что это, и зачем, если я могу этого не делать, никто не будет делать. Поэтому... Дизайн-код працює вже з 2018-го. Конца, да, конца 2018-го. Тож давайте подивимося, які зміни сталися в місті. Любопитніші кадри. І, так, так, так. Зараз переглянемо саме відео. Так, от тут можна прокоментувати, так? Тут дизайн-код рекламних... Да, це як зверху, як було, знизу, як стало, після того, як змінились. Там не все буває добре на фотографіях, але, в общем-то, можна бачити тенденцію, як змінився город за це время. Тобто, це більше центр города, хоча і зараз вже пішли і окраїни мінятися, і це благодаря департаменту реклами. Нельзя їх не упомянути, тому що це просто... Що головне толчок. Вимагаєте? Не закривати архітектуру міста. Архітектурні елементи, двері, окна, вот как здесь архітектурні елементи куча, но вони всі спрятані під вивісками. Можна розміщати рекламу в тих містах, где это позволяє дизайн-код. Там надо, как тут вот. Вот отдельными буквами приветствуются, но опять же не закрывая архитектурные элементы, плашками нет. Здесь вообще вся улица, здесь хороший такой пример, тут несколько прям магазинов, которые изменялись. Кожен свого кольору повесив раніше. Вообще, да, вот любители были такие плашки другого цвета на фасад, закрыть окна архитектурные элементы. И вот как мы видим, как может быть... То есть, реклама не запрещена, вывески не запрещены. Вопрос просто в том, чтобы правильно их размещать, потому что архитектура – это все-таки в первую очередь. Тобто одразу, коли дивишся, наприклад, на якусь історичну або неісторичну будівлю, тобі кидалася в очі саме сама будівля, в этом та й смысл градостроєння. Вивіски різнокольорові особливо. Когда ты не видишь здание из-за вывески, то это уже не город. Это что-то такое. Ось тут дуже якісний приклад. Да, но історія складна, тому що він знову повернувся в таке состояние. І треба беседувати з театром Горького по цьому поводу. Да, то есть я вот сознательно завел для этих целей Инстаграм художника и такие примеры, чтобы люди понимали, как это все меняется, как почему это хорошо. Напевно... Тут даже перекрасили. І прийшлося перекрашувати заново. Напевно, коли підприємці будуть бачити ось такі приклади, взагалі з'явиться якесь відчуття того, що дійсно це потрібно і потрібно змінюватись. Так, да, ну це критично необхідно. Воно може казатися, що це так, ну, внешній вид і що, ну, сьогодні висить, завтра ні. Але це формує некое наше городське пространство. Це те, як виглядить Дніпро і чому в нього либо есть, либо нет желания приезжать там, туристам, нам, ходить по улицам. Это немаловажно. Это такое вот основа градостроения. Да, да, да. И как бы это там ни казалось дизайнерски романтичным, красиво, некрасиво. Нет, это все именно, чтобы снизить стресс людей, которые ходят по улице. Они уже привыкли к этому и не замечают. Но цветные пятна на фасадах – это ужасная штуковина. Тож, ми говоримо про місто, так, про єдину цільну структуру таку. Да. Але ж завдяки дизайн-коду почав змінюватись центр міста в більшості. Ви кажете, що поступово ви до житлових масивів добираєтесь. Ну, тому що, так, вивіски самі не міняються, і владельці вивісок це не завжди хочуть робити, тому тут є така сила, которая называется инспектор департамента рекламы, и он идет и вручает предписание, если что-то неправильно, и владельцы вывесок уже исправляют это все согласно дизайн-коду, присылают мне на согласование и так далее. То есть, и поэтому, если начали с центра, центр изменился, а окраины пока еще не успели. Сил не всегда хватает дойти, поэтому... Но! Так главное начать и не заканчивать. Зрозуміло, підприємці одразу спілкуються з інспекторами, потім, да. Після цього, якщо потрібно, то тоді з вами обговорюють. Чаще всего, да. Им нет необходимости
они общаются с инспекторами, когда к ним они приходят, но у них есть возможность не общаться с ними, а исправить вывеску и узаконить ее по собственной инициативе. Ну, это чи багато таких, які хочуть за власну ініціативу? Совсем немного. Это в основном кафе третьей волны. Хипстеры – это очень приятное в общении люди. И сетевые магазины, которые уже им нужно было изменить несколько, один-два, и они уже понимают, что к ним в любом случае придет инспектор, и они уже не ждут. Поэтому тут есть преимущество таких. Остальных, к сожалению, не понимают, зачем, и им так лучше, нас не будет видно. Я море аргументов могу перечислять, которые слышу. Коли вперше приходить інспектор, то він вимагає, вручає припис і просить устранити. Просте прохання змінити. Да. Тобто ніяких штрафів одразу немає, нічого. Сразу ні. Потім через некоторе время, якщо не устранено, то да, вже там адмінпротоколи і штрафи. Якщо і тут можна платити штрафи достатньо довго, але це нічого не міняє. В итоге нужно змінити вивіску. Якщо вона не міняється довго, то йдуть документи там через исполком на демонтаж. И тогда уже у мэрии есть право принудительно убрать эту вывеску, чтобы кто не возражал. Но... Тобто все чіткі правила прописані в дизайн-коді? Скорее, дизайн-код дополняет правила эксплуатации, ну не эксплуатации, правила согласования и вывеску. Поэтому это всегда было. Дизайн-код просто рассказал, как можно и где можно. Окрім регулювання рекламних ось цих вивісок. Чим ще ви займаєтесь? Питаюсь ісправляти все, що не подобається. Що не подобається? Да много. Ні, ну, те же там, як у нас змінюється зараз внешній вид транспорту. І це річ не о том, какого він буде цвіта і буде ли на ньому волна, а скорее, як їм удобно буде пользоваться. Ну, в плане визуального, в плане, да, чтобы это были нормальные табло, а не таблички какие-то, чтобы оформление было понятное, чтобы в эту дверь войти, в эту не войти, и внутри вот эти все стикера, которые информируют, чтобы они были в едином стиле, не мешали и помогали, ну, то есть объясняли людям. То есть это такой момент эксплуатационный, то есть дизайн это больше про функционал, и вот эту функцию... Она была такая, раздробленная и не везде одинаковая. Вот этот момент тоже был. Да много вещей, пытаюсь касаться всех. Нещодавно я бачила ваш пост у Фейсбуці, там, де ви писали про те, що проходили повз якогось тротуару і подумали, чого ж його прибудовують незручно. І якось там скомунікували з тими, да, будівниками, змінили. Це правдива історія, дійсно, тому що ми ж розуміємо, що пішоходи в пріоритеті на пішохідних переходах. Но у нас завжди робилось по привичці весь 20 век, ну, взагалі, навіть з історії визначення дорог. Так, як і раніше. Так. Всі ці бордюри, які дают преимущество автомобилям. На дорогах, естественно, это очень логичное преимущество у машин должно быть. Ну, но когда это когда есть пересечение с пешеходным, ну, с тротуаром, то все-таки там бордюры не нужны. И люди должны возможность как на велосипеде проехать и с коляской, так и на инвалидном кресле должны. Поэтому и у меня возник, ну, как бы не то чтобы вопрос, я подозревал, что сделают так, как обычно. Поэтому начал задавать вопросы, и ребята, ну, а как? А вот так? А вот сделаем. Ну и поехали. Ну, то есть, и сделали действительно, что самое интересное, те же средства, ничего лишнего. Тобто з бюджету зайвої копійки. Они делали лишнего ничего, потому что они делали ремонт там, и его можно сделать немножко иначе. То есть, это такой парадокс. То есть не нужно никаких реконструкций, не нужно лишних вложений. Делать ремонт там, просто сделать его правильно и все. Это сразу же добавит баллы городу и людям будет удобно. От, до речі, підходимо, так би мовити, до доступного, інклюзивного міста, міста з велодоріжками, з велоінфраструктурою. І ось це, в принципі, дуже прикликається з тим, що ви говорите. Да. Чи можливо якось, на вашу думку, саме зараз, трошки щось змінити не то, чтобы в будівельних, просто... не знаю, будівельні норми вже змінено, але ж ось такі маленькі перебудови, якщо вони будуть підлаштовані під доступність, інклюзивність, то да. Ну, тут, все ж інакше. Тут є
и сложности, и все. Но есть задумка, и, в принципе, ребята там разрабатывают такой документ, как дизайн-код улиц. Это, в общем-то, такая, грубо говоря, такой документ, как наш дизайн-код по рекламе, но только рассказывают, как правильно, где, на какой улице, что можно сделать. Какие-то правильные решения, которыми должны руководствоваться проектировщики при проектировании улиц, да, или там ты под тот же, как ремонтники, которые приходят на улицу, и у них задача просто привести тротуар в порядок, они смотрят на этот документ и понимают, как им его привести в порядок. То есть не надо случайно кому-то заметить и указать. Нет, там все четко будет написано. И я надеюсь, он появится. Такой это важный момент. И это будет тоже такой документ, как дизайн-код. Хочется в это верить. Я пока, видите, я делаю паузы, не очень понимаю, что это будет в итоге, но будет. Без него точно никак. И одними ДБНами не отделаешься, потому что они позволяют делать и так, и так. Тобто чекаємо з цього дизайну коду вулиць, тоже. Який якому все ж таки Дніпро стане доступніше, віримо в це. Ви співпрацюєте, так, все ж таки, з інспекцією з питань благоустрою, от саме стосовно да, цих тротуарів, так? Так, є можливість, тому що знайомий немножко, да, і я пытаюсь намекати о тому, що можна щось справити. Зрозуміло. Тож, ще є така новина, останнім часом всі про неї читали, що бульвар Королі Короленка має перетворитися, і будівлі готелю України Короленко один будуть повернути первісний історичний вигляд їм. Да. Що знаєте про це? Ну, чесно скажу, не знаю немного. Я не знаю, коли це буде, але раз це об'явлено, значить, вже не так много времени осталось. Больше слухи, но когда зданиям возвращают исторический вид, это по умолчанию хорошо всегда. То есть приведение их в порядок, они там довольно в таком не идеальном состоянии, но, по-моему, это замечательно. И ну, даже появление пешеходной улицы рядом с ними, то есть она все облагораживается, в том числе и фасады здания, но что может быть лучше? Ну, это действительно прекрасно. Чи не, якщо буде зміна фасаду, що станеться з бульваром? Чи да, я не думаю, все, що все буде добре? Думаю, так, що все хорошо. Ну, може, на какой-то період його оградять, але сам Короленко... Тобто не будуть перебудовувати? Та, я не думаю. Да, його тільки зробили. Ну, тож, Сергію, анонсуєте, можливо, ще якісь такі зміни, які будуть і планують відбуватись в місті? Ну, от ми займаємося такою слідуючою частю дизайн-кода. Ну, взагалі, мабуть, стоїть немножко сказати о тому, що дизайн-код – це як свод візуальних правил в місті, в общем. І він може збиратися із нескольких частей. От дизайн-код рекламних конструкцій, результат, який ми бачили, це одна частина. Там дизайн-код улиц – другая часть, тот же дизайн-код, как оформление транспорта – еще одна часть. И вот еще одна часть по рекламе – это дизайн-код отдельно стоящей конструкции. Это имеется в виду борды, сити-лайты и все, что стоит на улицах. И вот этот дизайн-код уже на такой стадии, как, когда мы его можем показывать юристам, он уже начинает немножко двигаться медленно, но потому что там очень… Это документ. Он должен быть очень правильный. Тобто сити-лайты и борды, великі борди, все буде регульовано також. Они должны быть в порядке, да, они должны стоять в правильных местах, они не должны быть мешать и загораживать город, там точно их не должно быть в исторических ареалах, памятниках архитектуры, и в центре города их будет значительно меньше. То есть, но это все должно быть не просто взять и убрать борды. Ну, что там? Обыватель посмотрит и скажет, да, что они там придумали, уберите. Тобто почему? Почему убрать? Угу. Да, тут надо все по уму. А почему? Если ты сегодня уберешь, как это делают там часто мэры городов, замечаешь там где-то, а давайте все уберем, убрали. Но через год, через два, оно опять появилось, потому что нет этой системы. Поэтому важно эту систему настроить, а уже потом думать, как убирать. Тобто, поэтому... Чіткі правила, так? Точно такие же правила, точно такой же дизайн-код. Да. И вот мы надеемся, что он появится. Ну, не то чтобы там в ближайшее время, но он обязательно появится. И
Змінення будуть. От дуже цікаво, ви сказали, що ви працюєте, співпрацюєте з головним архітектором. Да. Які саме, тобто головні архітектурні, наприклад, будівлі, потім якось з вами з'ясовують, на якому рівні проходить саме ця комунікація? Цікаво. Ну, в архітектурі тут не зовсім моє, і він точно не советується зі мною по архітектурним вопросам. Где-то какие-то вещи там малых архитектурных форм еще может быть, но тут я не архитектор. И, кстати, когда вот устраивался на работу, это был главный вопрос у главного архитектора: а где же твое архитектурное образование? Ты же идешь в главное архитектурное управление. Нет, нет у меня архитектурного образования. Ну, я думаю, он видит, что теперь это не помешало достичь каких-то результатов в городе. Ну, тут не об образовании речь, а об пользе городу. Поэтому думаю. Так что. Так. Сергію, а скажіть, будь ласка, от, в принципі, ви зараз працюєте з рекламними ось цими вивісками, так? І все ж таки це теж є збереження історичного архітектурної спадщини міста. Ну да, это позволяет не прятать это все, а показывать. И даже какой бы ни был там памятник архитектуры занедбанный, но это позволяет показать, какой он. Его нельзя прятать за вывеску. Нужно видеть, что там портится, и принимать меры вовремя. И мы видим, каким должен быть город благодаря этому. Поэтому, конечно, да, это тоже определенным образом спасение памятника. Змінюють Дніпро все ж. Конечно. Ну, може, ще щось анонсуєте, чого чекати? От буде дизайн-код вулиць, потім що буде? Ще дизайн-код чогось? Ні, скоріше, все-таки віддільно стоящих, тому що це немажно, немаловажний момент, і він вже, ми розуміємо, як це буде працювати, як це буде виглядати, і там зараз тестується, не буду приоткривати якісь там плани, лучше, я люблю показувати як результат. Что-то, может быть, появится что-то о МАФах, потому что киоски у нас стоят тоже безобразно. И тут, опять же, речь не о внешнем виде киосков. Это немаловажно, но в первую очередь нужно понимать, где и как они будут расположены. Потому что самый красивый киоск, стоящий на перекрестке, он приносит вред, каким бы он ни был красивым. Это подчеркиваю, там нет красоты. То есть это самый худший, спрятанный где-то в удобном месте для пешеходов и для всех остальных. Ну, то есть, это тоже скорее к нам придет. Да, и... Ну, тобто, справа триває. Та плани сил би хватило. Сергій, дякую вам, що ви сьогодні прийшли до студії нашої, розповіли про зміни, візуальні зміни Дніпра завдяки коду Дніпра. Спасибо вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!